выздоравливает, так и мы болеем. Чем мы болеем? Болезни, смерть, тройственное страдание, вот наше страдание, вот наша болезнь. Больной не может вылечить сам себя. Ему надо прийти к врачу. Врачи этого мира, они могут вылечить ваше тело, но болезнь того, что мы рождаемся, умираем и страдаем от тройственного страдания, от этой болезни они вылечить не могут, потому что сами они от этого страдают. Сами они этим больны. Мы должны прийти к настоящему доктору, к саду, к гуру. И Прабхупада Муни говорит, Тасмат Гурум Прабхатета, вы знаете, что это эго, это самомнение, это гордыня. Я не буду предаваться гуру, мне нечего предаваться специалисту, я сам себя вылечу. Если так, то вам придется вращаться в этом мире, проходя через 8 миллионов тысяч жизней. Снова и снова. Сейчас родились как человек. Бог дал вам эту способность понять, в чем ваше вечное благо, что не является вашим вечным благом, что является вечной реальностью, что является временной или мнимой реальностью. Вы не как звери или птицы, вы родились как люди. Вам дана такая возможность. Поэтому что же делать? Что вам делать? Вы должны принять прибежище, полное прибежище у садгуру. Поэтому, стих начинается с тасмат, поэтому, то есть до тех пор, покуда у вас будет такая гордыня, такое самомнение, что я сам решу свои проблемы, до тех пор вы будете вращаться в этом мире, когда Санат Нагасвами обратился с вопросом к Шри Чайтанья Махапрабху. Кто есть я? Будучи премьер-министром императора Хусен Шаха, и не было никого, кто мог бы сместить его с этого правительственного поста. И даже сам император просил его, умолял оставаться на этой должности. Увидев Чайтанья Махапрабху, он почувствовал полное безразличие, апатию ко всему мирскому и захотел отречься от него. И в конце концов он ушел из дома, ушел из семьи и встретил Чайтанья Махапрабху в Бенаресе, в Каше. Он был премьер-министром и не было никого, кто мог бы его сместить. Он сам оставил свой пост, свое положение. Он был мультимиллионером. Но он бросил все. И оставив все, он пошел по направлению Вриндаваны. Когда он достиг Бенареса, он услышал, что Чайтанья Махапрабху находится там, в доме Чандрашекара Бхатти. И там он спросил, кто я? Кто я? За что меня сжигают тройственные страдания? Почему? За что? У меня же достаточно денег, достаточно престижа, авторитета, но счастья у меня нет. Почему меня жжет этот огонь, это жжение тройственных страданий? Я не понимаю, как мне достичь своего вечного блага. Я не знаю, будучи великим эрудированным ученым, будучи незаурядным человеком, но в чем моя высшая цель? В деньгах ли она заключается, в хорошей жене, в детишках, в рае, в
небесах, в спасении, в освобождении, что мы являемся моей высшей целью, смыслом моей жизни, и как этой цели достичь. Я даже не могу спросить об этом. Читание Махапрабху через Санатана Госвами, посредством Санатана Госвами учит всех людей этого мира. Люди, если вы хотите счастья, покуда у вас не возникнет, из вашего самого вашего сердца у вас не поднимется такой вопрос, вы будете обращаться, кто я, кто есть я, что я, кто я. Этот вопрос, он должен быть в вашем сердце, должен владеть вашим умом. Кто я? Что я? Почему? Почему я страдаю? Почему я страдаю так, как я страдаю, будучи богатым, будучи умным? И в чем моя высшая цель? Я не знаю и этого, как достичь, я не знаю. Когда таким образом с соломинкой в зубах, с полным чувством своего ничтожества, вы спросите об этом Гурудева, Гурудев скажет вам. Мы должны прийти к Гуру не ради материальных благ. Мы должны, не должны приходить к Гуру, чтобы потратить впустую его время. Садгуру, Шуда Бхакта, каждое мгновение его бесценно. Я был в Панджабе, в одном месте в Панджабе. Многие посетители приходили ко мне. Одна женщина сидела передо мной. Все приходили и уходили. Но она оставалась на месте. Я спросил ее, что вам? Что-то хотите? Она сказала, конечно, что же вы не говорите? Я очень взволнована. Я чувствую очень большую тревогу. Пожалуйста, дайте мне ваше благословение. У меня нет детей. Я несчастна. Пожалуйста, благословите меня, чтобы у меня был ребенок. Для того, чтобы получить что-то временное ребенку, мы не должны приходить к саду. Один великий святой из Северной Индии, Тулсидас, он очень знаменит. Хотите денег, жены, прекрасную жену, детей, идите к преступникам, которые зарабатывают деньги, которые зарабатывают миллионы. Те, кто связаны с властью, кто занимается коррупцией, идите и получите там деньги. Хотите детей, хотите временного, хотите красивую жену, почему вы пришли к саду за этим? Настоящий саду, неужели он может сказать, что прыгните в огонь и сгорите там? Быть привязанным к временным вещам, это значит, что прыгнуть в огонь и сгореть там. Настоящий саду, он сможет так сказать, ни один саду так не скажет. Хотя саду, те саду, которые дают эти временные вещи, они не саду, они антисаду. Тулсидас Госвами пригласил это во всем мире. Те, кто приходит к Гуру и Вайшнаву ради временного, они приходят не для того, чтобы общаться с Гуру, не для того, чтобы общаться с саду. Они приходят, чтобы тратить впустую их время, губить их время. А те так называемые Гуру, которые дают эти временные вещи этого мира, для того, чтобы самим получить материальные блага, они также обманывают мир, лгут всему миру. Настоящие садху и харикатха очень и очень редки.
Если вы хотите качества, вы не получите количество. Один высоконравственный человек в Одессе может принести благо миллионам людей. Но миллионы людей безнравственных не могут принести благо даже самим себе, что говорить о других. Если вы хотите увеличивать количество, вы не получите качества. А если вы хотите увеличить качество, вы не получите количество. Хотите увеличить количество, вам придется принести в жертву качество. Садхгуру очень и очень редок. Поэтому Махадев говорит Парвати: есть так называемые гуру, множество таких гуру, у которых много учеников, которые не могут избавить учеников от страданий и сами не могут избавиться от страданий. Как не могут избавлять других, когда они сами не могут от них избавиться? Но они избавляют своих учеников от денег. Но очень редко можно найти садхгуру, такого садхгуру, который может избавить учеников от страданий, устранив причину этих страданий. Поэтому мы должны принять прибежище у садхгуру, у того, кто шотрием и брахмаништом, того, кто получил это знание через преемственность гуру, через наставническую преемственность, через гуру парампуру. Это знание нисходит от Всевышнего Господа и приходит к преданным от Всевышнего Господа к Брахме, от Брахмы к Вьясадеве, от Вьясадева к Мадхвачарье. Таким образом это знание нисходит. Он должен получить это знание в гуру парампуре. Тогда это будет жизнеспособное семя. Если семя не жизнеспособно, а мы будем это семя пытаться культивировать, мы ничего не получим. Если мы поместим его даже в очень хорошо удобренную землю, будем поливать его водой, все равно мы ничего не получим. Мы должны получить жизнеспособное семя, то семя, которое нисходит от Всевышнего Господа и передается по ученической, по наставнической преемственности. Когда Брахма явился из лотоса, из пупка Вишну Бхагавана, он постарался познать, откуда я пришел, в чем состоит высшая реальность, как достичь ее. В течение тысяч лет он не смог найти никаких ответов. В конечном итоге Всевышний Господь из своей милости дал ему гаятри и велел ему совершать аскезу, то есть воспевать гаятри. В читании Чайтамрити также говорится, что знание самбанда, бидея прояджана джана, кто есть я, и что есть высшая реальность, и что есть этот мир, и какого взаимоотношения между ними всеми. Сначала должно быть правильное самбанда джан, знание взаимоотношения, и это знание, как Всевышний Господь вложил в Брахму. Брахма, который сотворил нас, Брахма, продолжительность жизни которого мы не сможем вычислить, математически он не мог своими собственными силами, своим старанием понять этого, когда же он принял прибежище, тогда Кришна вложил это знание. Так это знание приходит. Если мы не чувствуем, что я Кришна, я его, что я вечный слуга, мы знаем, но мы не поливаем это семя, или же получив,
мы не получили это семя, или получив, мы не поливаем и не заботимся о нем. Если получив это семя, если мы не посадим его в плодородную почву, мы не получим плода. Если мы не будем поливать его, мы не получим плода. Мы должны оградить его изгородью, чтобы козлы, чтобы коровы, чтобы разные животные не затоптали это или не вырвали с корнем это растение. Надо делать так много, чтобы позаботиться о семени. Но если получив семя, если вы не слушаете, если вы не говорите об этом, Шравана Киртана – это как вода. Мы должны заниматься этим. Получив семя, если вы не слушаете о Кришне, если вы не говорите о Кришне, то вы не поливаете это семя. Когда саду вернутся, то у нас есть год впереди. Это наши выходные, наш отпуск. За это время нам ничем не нужно заниматься. Потом саду приедут, тогда мы займемся бхаджаном. А сейчас мы свободны от бхаджана. Это не так. Мы должны постоянно заниматься шраваной и киртаной. Мы должны встречаться. Приходит кто-то туда или не приходит, вы должны встречаться. И тогда это семя даст росток, потом оно вырастет в дерево, это дерево принесет свои плоды, према-фол, плоды премы. Это постепенный путь, постепенный процесс. Но сначала вы должны получить это семя от садгуру. И по его указанию, по его направлению вы должны слушать и говорить об этом. Сначала вы должны слушать от Шуда Бхакты, а с полным вниманием мы должны слушать Шуда Бхакту. Если у нас есть стремление слушать, то Господь будет направлять нас изнутри и приведет нас к тому, от кого мы сможем слушать. Наш Гурудев. Да, наш Гурудев, да, я не знал об этом, я не приглашал его, но он приехал в наш город. Как он приехал туда? Почему? Господь послал его, Господь пришел, как он. И я узнал, что Гуру Марач, он живет в доме одного человека, который работает чиновником в офисе моего дяди. Я был поражен. Я получил его даршан. Как? Я никогда даже не думал об этом. Поэтому, если мы искренне, то мы можем не сомневаться, что Бог повсюду и его вечные спутники повсюду, они явятся, Он придет, и вы почувствуете вдохновение прийти туда, где есть Он, а Господь вдохновит его прийти к вам. Он пошлет его в это место, там есть этот человек, приди туда, дай ему свою милость, все направляет Всевышний Господь. Поэтому говорится шротрем, одно из значений шротрем, это то, что он должен быть глубоко сведущ в священных писаниях. Если только интеллектуально мы будем кого-то убеждать аргументами, логикой, то это недостаточно. Это должно подтверждаться самоочевидной, самодоказательной истиной. Богооткровенными истинными писаниями. И он должен быть глубоко сведущ в богооткровенных писаниях, а другое значение, что он должен получить мантру и знания в наставнической прессе, а также брахмани, что у него есть и гуру, он получил мантру должным образом, но его ум поглощен мирскими вещами. Он занимается всей этой духовной практикой ради духовных преимуществ, духовных благ. Он не настоящий гуру. Гуру должен быть брахманишта. И все его помыслы должны быть о служении Кришне и ни о чем другом. Примем полное, абсолютное прибежище у него, то он даст мне наставление, даст мне мантру и даст мне наставление. Скажет мне, смотри, что и мы должны принять все его советы, все его учение. У одного гуру может быть много учеников, но
Но один искренний ученик мог завоевать весь мир. Наш Парамгурудев был единственным учеником Шрила Гауракишора Бабаджи Махараджа. Гауракишора Дас Бабаджи Махарадж решил, что он не будет давать мантру никому. Но благодаря преданности Шрила Прабхупады он не смог дать его. И один человек взбудоражил весь мир, поднял весь мир. Друга встретил Нарада Госвами. Он получил наставление и мантру от Нарада Госвами. Маленький ребенок. И все, что Нарада Госвами сказал ему, принял целиком, без остатка. И притворил в своей жизни. Больше он никогда не встречался с Нарадой. Внешне он больше никогда не видел своего Гурудева. Но он достиг высшей цели жизни. Просто находясь рядом с гуру, просто находясь рядом с саду, как клопы и вши, мы не получим никакой пользы, никакого прока. Мы приходим к гуру и вайшнаву тогда, когда принимаем учение. В любой момент мы можем расстаться с этой жизнью. Каждое мгновение драгоценно, мы не должны потерять и мгновение, если мы потеряем любовь. Мы будем потом раскаиваться, будем оплакивать свою ошибку. Мы должны принять обет каждый момент. На все, что мы узнали от Гуру Парампары, когда я приезжаю в Америку, в другие места. Вначале мне не хотелось ехать, но обстоятельства вынудили меня поехать. И все преданные в Северной Индии, они настаивали, снова и снова просили меня, чтобы я поехал. Я пришел к Пури Гошвами Махараджу, наш Гуру Махарадж оставил этот мир, и он наш Шикша Гуру. И он вдохновлял меня. Он воодушевлял меня. Трижды он говорил мне, также написал мне письмо. И подумал, что это значит? Я должен исполнять его желание. Есть, видимо, какая-то причина в том, что он просит меня. Я приехал туда. Мне было так печально видеть, что такую огромную работу проделал Пуджапад Бхактивиданта Шами Махарадж. Но все теперь разрушено, все в беспорядке. Многие из тех, кого он привел, потеряли веру своего гуру. Почему? Если вы потеряли веру своего гуру, то вы потеряли всякую связь. Вера в гуру — это первая необходимость. Гуру Парампара, и вы потеряли связь с гуру Парампара, если у вас нет веры в своего гуру. Если у вас нет веры в своего гуру, ваша мантра пустую, тщетная. А его Гурудев Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Такур, его Гурудев Гауракишор Дас Бабаджи, его Гурудев Бхактисиддханта Такур, и всю Гуру Парампару вы потеряли связь с ним. Зачем вы слушаете все это от каких-то посторонних людей? То, что заставляет вас потерять свою веру. Он же так много написал на английском, да, сколько он претерпел, чтобы написать все это. Читайте его книги и старайтесь следовать его воле. И вы получите вечное благо, вы принесете вечное благо другим. Если вы потеряли веру в своего Гурудева, вы потеряли все. Куда бы ни приезжал, я постоянно, меня огорчало. Факт. Как такое может быть?
Thank you.
Thank you.
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare.
Thank you.
Панчататтатмакси Гаура Хариди.
Сиси Гурганда, Сиси Радха Гобинда Дюки, Сиси Радха Гопинат Дюки, Джай Нитрила Прависто Виступа, Аштатта Шата Сима, Бхакти Дарита Мадхава Гошами Махараджи. Джай Нитрила Прависто Виступа, Аштатта Шата Сима, Бхакти Сиддханта Сарасвати Гошами Махараджи. Джай Срила Гаур Кешар Дар Габади Махараджи. Джай Срила Сачидананда Бхакти Винод Тхакур. Джай Вайшнава Сарбхаум Срила Джаганнат Дар Габади Махараджи. Джай Сируп Шанатан Бхатта Рахунат Сри Дива Гопал Бхатта Дас Рахунат Сарагасами Прабхуди Сахагана Саруддама Дравасами Прабхуди Джай Сри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Сри Адвайта Гададхар Сри Васади Гаур Бхакта Вринда Джай Сри Радха Кришна Гопи Гопардхан Вриндаван Сри Радха Кунда Шьяма Кундати Ананта Коти Вайшнава Вриндати Шарва Бигна Винашна Кари Сри Нишинха Деви Джай Си Вринда Деви Джай Си Хари Баша Тити Бараки Парша Кадаши Тити Бараки Джай Нитрила Прависта Парампуджья Пад Парибраджа Чарча Дхенни Шами Симад Бхакти Ракха Сидхар Дев Гошами Махараджи Джай Нитрила Прависта Парампуджья Пад Парибраджа Чарча Дхенни Шами Симад Бхакти Прамод Пури Гошами Махараджи Джай Нитрила Прависта Парампуджья Пад Парибраджа Чарча Дхенни Шами Симад Бхакти Веданта Свами Махараджи Парампуджья Пад Шикша Гуру Бхаргати Дхенни Пад Гарти Джай Дхенни Шами Симад Бхакти Виджай Нарасинга Махараджи Самагата Бхакта Вриндаки Сроутри Мандалики Сихаринам Шанкиртани Джай Парама Пуджапад Парибраджа Чарча Варча Виданди Шами Шиштимад Бхакти Валла Батирта Гошами Махараджи Джай Джай Виданди Шами Шибад Бхакти Вичар Вишну Махараджи Джай Виданди Шами Шибад Бхакти Шобана Шанта Махараджи Джай Джай Шаприкара Шилади Бхакти Валла Батирта Гошами Махараджи Джай Шранагата Шранагата Бхакта Вриндаки Джай Приваса Риши Харинам Шанкиртан Джокьяки Джай Пура Приманди Ruktastatha bhavata eva
Кинту праварджа прияе баташ. Банде гурасри чарана. Яша прашада Бхагават прашада. Яша прашада нагати кута. Дхаян сту ансташа. Яша стри. Банде Гурусри Чаранарвиндам. Намаян Вишну Падая Рупануга Прияя Шримате Бхакти Тарита Мадхава Шами Кришна Бхинна Пракаша Шри Муртае Динатари Хама Дуная Ватарае Дураве Прабаве Шатирта Прити Шаддхарма Гуру прити прадаршине Ишаддана прабхаваша Пракашакаяте Сикетре прабхупадаша Станандхарашу киртай Шарашата Ганананда Шамбардханаятена Банча Калапатару Бхашча Крипа Шинга Бхаевача Патита Вайшнавебханамуна Шанкаршанакаранатаяшай Гарбхадашай Чапаябдишай Шешаштадяшаншакала Шаннитанандакараму Шаранамасте. Намасте Тухалаграму. Намасте Мушалайна. Намасте Репатикану. Намасте Бхактаватса, Намасте Балинам Срешта, Намасте Дхаранидхара, Брахмаре Намасте, Трахиман Кришна Пурбаджа Нама Махабаданная Кришна Према Прадаят Кришная Кришна Чайтанья Намне Шаббе Бену
Shira-shishikibitam, Kapita-pedukula, Netrante-sahacara-kataksham, Sada-srimad-vrindavana-vasati, Lila-paricaya, Jagannath-swami, Nayana-pathagami, Bhavatune, Tattakanchana-gaurangi, Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haritve. He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Банде Нанда Брджа Стрина Падрену Абхикшнаша Яшам Харикатта Дгитам Кунати Бхубанатраям Бхакта Таранга Мадхе Крипа Майи Твам Шаранан Прапанна Бринде Нумасте Чаранар Биндан Сри Кришна Чари Нитананда Сриаттайта Гададар Срибашати Гаура Бхакта Бринда Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Вначале всего я приношу свои бесчисленные, полные поклоны лотосным стопам моего всепоклоняемого Гурудева, абсолютного противоцелого Всевышнего Господа Шри Кришны и пришествия самой Его милости. Я молюсь о Его беспричинной милости. Пусть Он наделит меня способностью воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны и Его вечных спутников ради очищения своего сердца и обретение безраздельной, беспримесной преданности Всевышнему Господу Шри Кришне. Я приношу свои бесчисленные полные поклоны
Водосным стопам моих всепоклоняемых Шикшагуру и молюсь о беспричинной милости о милости воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны ради очищения своего сердца и обретение безраздельной преданности Всевышнему Господу Шри Кришне. Я приношу должное почтение всем присутствующим здесь в этот святой день Экадыши.